5 утра выехали из Катманду, сейчас 12. Починили дорогу из Катманду, поэтому мы там долго не стояли. На часик остановились на обед. Очень быстро, довольно комфортно доехали. Наши шоферы нас встречают, сейчас сумки перегрузим, пересядем на автобусы, на местные, по бездорожью дальше ехать. Сразу идем следом за вами. Сезон дождей немножко размыло. Сейчас около 7 утра. Мы в Шельчуле. Сегодня первый день ходовой трекинга. 16 километров пойдем. Нормально еще. Не очень холодно, но может быть будет дождь сегодня. О, вот такое лучше. Идем в Тал на обед и останавливаемся в Дарапане сегодня. Такая вот тропа. Сейчас я по джиповой дороге иду. Здесь много сайд-трейлов, которые идут просто по тропинкам. Что-то вот там вот эти лесочки на холмах. Сейчас 12:08, мы вышли из Шельчуура. Там впереди на берегу водохранилища Белеушка Тал. Там, собственно, мы пообедаем. И оттуда идет тропа. Это верхняя тропа, с которой мы спустились. И там есть тропа через холмы. Они обе соединяются и вот туда уже уходят в Тал. Идем дальше в Дарапане, там будем ночевать сегодня. Кукра. 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 Короче, моем крапиву. Рупеш нарвал нам свежей крапивы. Сейчас будем суп варить. Who will cook you, Rupesh? Or Didi? Didi. I can also. No problem. Is it good, Didi? Yeah, good. Good. Very good. Very good. Ekdam thiksa. Dere ramro. Very good. Didi approved. Yeah. Вау!
Did you chef? Very good chef. They also cooking outside. It's also very good chef. Oh, chicken roast. Chicken roast. It's nice. Крем-суп будет крапивный. Туда насыпали кукурузной муки. Крапивы. Тут курочка готовится. Это наш шеф Диди. Хозяйка лоджа. Она же повар. Она же решает все вопросы. Предвкушение мое. Сейчас направо, через бабулю там с храмом, а потом следующую часть лучше по дороге. Когда уходит наверх поля такие, дорожка, там не обосновано. Там идешь через поля, но лишний подъем и спуск не очень там. Второй участок получается. 7 утра, сегодня выходим из Дарапани, идем до Чаме. Потихоньку собираемся. Все, давайте увидимся. Селфи-видео. Селфи-видео! Манаслу! Где-то там. Сейчас фото еще сделаем. Сейчас. Устроим эту фотосессию. Сумасшедшие люди, да? Она сейчас смотрит. Вышли из Чиме, где-то 2 часа у нас заняло дойти до Братанга. Это место известно яблочными садами, яблочной фермой своей. Здесь у них кафешка, в которой можно свежую выпечку с яблоками поесть, хороший кофе выпить, купить свежих яблок или сушеные яблоки, разные-разные вещи там связаны с продуктами из яблок. Еще у них очень крутой отель. Если будете здесь, зайдите и посмотрите интерьер отеля, там можно погулять внутри. Это очередь в кафешку. Все хотят вкусненького.
останавливаться, ждать, там, потом идти дальше и так далее. По времени выхода вторая группа 7 утра, третья группа 7.30, первая группа 8.00. А мы думали, это завтра, мы еще собрались на службу.